Чуваши объявили конкурс на создание афиши и плаката окружного фестиваля студенческих и школьных коллективов «Театральное Приволжье». Участвовать в нем могут дети от 6 и молодые люди до 30 лет включительно. На конкурс принимаются работы, выполненные с использованием компьютерных технологий, графических программ, Photoshop, Corel и других. Афиша должна содержать информацию о фестивале, о программе регионального этапа, о спектаклях. Подробности на сайте Минкульта Республики cultural.cap.ru.